Ребята, кто не знает, в CS 2 появились настоящие читы на скины, и я вам не вру. Объясняю суть. Вы знаете, что CS 2 и разработчики Valve всегда скамят простых игроков своими кейсами, где шанс выиграть скины нулевые. Но на MyCSGO вы такого не увидите, потому что здесь есть операция, где куча халявы, и я уже нафармил 2400 конфет. Их очень легко фармить, и давайте для начала выбьем кейс какой-нибудь, который мы можем бесплатно получить. Вот за 1000 мы получили кейс. Получается, нам дали кейс любой до 1500 рублей. Но мне кажется, что здесь подойдут именно оружейные кейсики, которые хорошо выдают. Аквариум, мой самый любимый кейс. И он бесплатно открывается, абсолютно бесплатно. То есть вы понимаете, насколько очень крутая система MyCSGO. И нам выпадает М9 гипнотический, вы представляете? Это сколько? 900 рублей. Да, мало, но мы получили его бесплатно абсолютно. А могли получить 0. И у нас сейчас 1000 рублей, ребятки. Давайте потихонечку будем побеждать. Тем более, в последнее время кейсы самой операции очень неплохо так выдают, я бы сказал. Очень прекрасно даже. И нам выпадают с первым спином две перчатки, кровавая паутина. Я просто в шоке, ребят. Я не первый раз вижу этот скрипт, когда два одинаковых предмета падают в одном кейсе, и это вообще потрясающий донос. Но одни мы продадим, зачем нам две? Хотя, я так подумал, можно было бы и две оставить, но с другой стороны, мы хотим пооткрывать еще кейсы. Ну, первый спин, это уже занос. Я даже не представляю в голове, что я буду сейчас открывать, но давайте протестим все-таки новый кейс Black Myth Wukong. Если что, это такая игра, очень интересная, там обезьянья планет. О, смотрите, сколько мы выбили новых предметов, благодаря которым можем еще крафтить различные бонусы. Ну, я так понимаю, этот кейс особо много нам не даст, потому что, если я не ошибаюсь, то мы на нем уже играли, не помню, день назад, что ли, и я тут уже выбивал какой-то ножик, поэтому предлагаю перейти на другой кейс. Хотя я в корне неправильном мышлении имею, потому что, знаете, многие говорят, вот, этот кейс мне дал нож, следующей спиной будет абсолютно ноль. Нет, здесь работает так же, как в статах, если что. Если вы занесли очень хорошую сумму, то результат от прошлых ваших спинов не зависит на следующие. Поэтому тут абсолютно рандом. То есть 10 раз подряд, может, вот я один раз выбил, еще раз, 3 раза подряд может выпасть по теории вероятности эти перчи. Кстати, подождите, что? 37 тысяч? Мне показалось 17 тысяч. Я думал, ну, чуть-чуть окупились, а он стоит 37 тысяч. Почему я его не оставил? Ну, подождите. Кстати, вот как я и говорил, что от предыдущих спинов будущее не зависит. Вот, посмотрите, прямое доказательство, все сливаю в ноль. По-моему, я соврал вам, нет? Но давайте обратно. Вот обратно, вот доказываю, просто обратно. Опять окуп. Кстати, можно на контракт закинуть эти скинчики, но не хочется. Давайте лучше откроем наш любимый самый кейс, CS2. Мы в хороших плюсах, и поэтому я хочу зафиксировать результат. С 1000 рублей поднялись, я в шоке просто. Такое редко увидишь, это шанс, если что, 1 на 10, потому что, ну, блин, только сказал, что мы поднялись, и сразу вот это вот клоунада. Ладно, давайте откроем один мой любимый кейс, одну штучку. Ну, нет, это не считается, потому что Desert Eagle, ну, это тоже не считается, но это смешно. Ну, это вообще просто позор, ну, пожалуйста, ну, это шутка, это... Почему, когда я говорю, что я вот занес крутую сумму, найс, круто, все, у меня все идет в минус. Посмотрите, посмотрите, это шутка, я клянусь, это шутка. Это фаталити, меня просто добили, меня просто добили. Давай, юсп, не выпади, братанчик. В прошлый раз, если что, последний раз, когда мы открывали юсп, он 5 пустых спинов дал, 5 пустых. Ну хорошо, хотя бы сейчас не дал пустой спин, на этом уже можно порадоваться и открыть еще один. Ну давай, возвращай, дружище, ты 1000 с чем-то рублей стоишь за открытие, возвращай. Опять пустые спинщики. Ты издеваешься, у меня 3000 остается 3 попытки, ну пожалуйста, прям сейчас. Я не поверю, ребят. В прошлый раз 5 пустых спинов и теперь... Хорошо, еще раз, пожалуйста, но это мало. Ну это единственный шанс на камбэк, ну пожалуйста. Когда баланс становится 3000, я снова пугаюсь. Найс, хорошо. Еще разок, и все, я мега-мега доволен. Еще разок, и мега доволен. Пожалуйста, брат. Ну, сколько можно?
Не, это шутка, я клянусь. Опять мы в ноль свалимся, да, по-моему? Ладно. О, фух, сердце выдохнуло. Но это мало, ребят, мы слили очень много. Мы не должны... Ну, Лейзи Тайгер, конечно же, ничего не выдаст, потому что он часто заносит, заносит, а потом... Вот конкретно на этот кейс мое утверждение работает. То есть здесь может тебе выпасть 5 ножей в ряд, если 10 штук открываешь, а потом просто пустоту закидывать. Ладно, давайте майнинг попробуем. Тем более давно мы с вами не майнили именно какие-нибудь лакшери, глоус майнинг. Здесь хотя бы за 12 тысяч перчи выбить, это уже успех. Кстати, у меня были перчи черепаха, вот такие перчи были, и фул белые. Но мне они как бы подошли, но не знаю. Перчи, такое чувство, будто не прям сильно замечаются. Не прям. Если только это недорогие перчатки, которые стоят там 200-300 тысяч, и фиолетовые, знаете, спортивные как-то называются. Хорошо, две перчатки выпадают, 19 тысяч. И еще раз, пожалуйста. Есть, ребята, подождите. За 52 тысячи нам выпадают. Хорошо, вот это точно стоп. Потому что, ну, я не вижу смысла сейчас рисковать, открывать ножи. Нет, я не буду нажимать на ножевой кейс по CS2, потому что я знаю, чем это может закончиться. Поэтому я предлагаю открыть перчаточный кейс. Может, еще на перчатках сегодня везет. Может быть, еще что-то мы занесем. Потому что идеальный просто... Ну, блин, конечно, если бы выпал порог, это уже были бы настоящие читы на сайт Майкозго. Еще один. 96 тысяч! Это угар? Это сегодня день перчаток или что? У меня целый... Получается, сколько я кейсов открыл? Ну, около 5-6 разных кейсов, и везде выпадают перчатки. Это проклятие. Я их продал. Я случайно их продал. Я их случайно продал. Вот я тупой, ну... Ладно, ребят, если сейчас ничего не выпадет за 50 тысяч рублей кейс, то я тильтану, потому что я случайно продал перчатки. Ну, это... Это уже не смешно. Ладно, ребят, я предлагаю хотя бы керамбит оставить. Ну, блин, как-то неловко вышло. Я не должен был сливать перчи. В итоге керамбит, ну, хоть как-то компенсировали, но у меня сердце сейчас болит. Ну и скоростной зверь напоследок. Ну, все равно обидно, конечно, но не прям сильно. Потому что мы с 1000 рублей подняли несколько перчаток. Это просто жесть, еще дорогих. Ужас просто. Всем спасибо, ребятки, за просмотр. Поэтому используйте читы по ссылке в описании или в закрепленных комментариях на сайте MyCSGO. Подписывайтесь на канал. Всем пока.